В эфире новости по игре Икар. Пушистого всем дня, это Тая. Поехали! Обновление 104-й недели представляет нам мешочек для хранения семян. Найти его можно на первом уровне дерева технологий, а создать в интерфейсе персонажа из волокна и кожи. Этот мешочек содержит в себе 6 ячеек. Собранные семена будут автоматически храниться в нем стаками по 400 штук. Таким образом, в инвентаре освобождается 5 слотов для других предметов. Но мне кажется, количество ячеек очень маленьким. Как только 6 доступных слотов заполнится разными семенами, остальные будут, как и раньше, попадать в инвентарь. Любителям сельского хозяйства придется запастись мешочками. Спойлер следующей недели. В будущем патче нас ожидают улучшения внутриигрового пользовательского интерфейса, а также изменения, о котором разработчики пока что решили ничего не говорить. А теперь о планах на более отдаленное будущее. Команда активно работает над батареями, и в ближайшие несколько недель должно пройти открытое тестирование. И под конец пару слов о знаменательной дате. Икару исполнилось 2 года. Чтобы как-то отметить это событие, Rocket Works провели бесплатные выходные, тем самым немного подняли онлайн, ну а мы смогли показать игру своим друзьям. За эти 2 года в Икаре произошло много изменений, и вот некоторые из них. 35 миссий с таймером переросли в 108 миссий, 52 операции и 11 динамических квестов. Количество создаваемых предметов увеличилось на 1000. На старте у нас было 95 строительных элементов, теперь их 375. Появилось еще 8 новых талантов, а также ветка соло-талантов. И помимо этого всего, были добавлены 4 маунта, 2 новых карты и режим открытого мира. Что ж, с днем рождения, Икар! Лайк, подписка и звон в колоколец, как всегда, остаются на ваше усмотрение. Таким было обновление 104-й недели. Это была Тая. Удачных вам миссий, старатели!